Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 31 мая 2019 года. Я пришел на рынок, как он называется, торговый комплекс фермерский. Ну, это ярмарка привоз, которая вот с восточного рынка переехала сюда. Пришел я сюда за клубникой, и вот ко мне подошел мужчина, продавец, и говорит, попросил, в общем, чтобы я снял ярмарку. Вот я это сейчас и сделаю. Ну вот, располагается она, прежде всего сейчас я сделаю привязку к местности. Это проезд солдатских матерей 10. Ну, в общем-то, была она раньше, располагалась вот там. Вот там была ярмарка, это привоз. Там восточный рынок, ну, она с ней соседствует. И переехала она вот буквально вот сюда. То есть далеко она не уехала. Осталась, можно сказать, на прежнем месте. Свежая зелень. Цены тут уже такие привычные. Я обычно беру по 10 рублей несколько пучков. Вот кинзу, укроп, лук. Вот. Клубника, я уже походил, поспрашивал. Значит, по 100 рублей, если брать ящиком, и по 110-120 там она, так скажем, за килограмм. Черешня вот появилась, 220 рублей. Картофель 75. Помидоры 85. Ну, как сказал хозяин, что... Да, пенсионерам вы делаете скидки, да? Конечно, конечно. И всем да. Мы делаем скидки. Инвалидам тоже. Да. Так, ну вот, что еще здесь? Морковка почем у вас? 50. Морковка 50. Ну, цены ниже, чем, конечно, в магазине. Капуста 30, да. 35 можно, угу. Капуста. Это домашняя. Так, ну я сейчас к вам вернусь за покупками. Так, здесь вот домашняя птица. Вон индейка какая огромная. 350 рублей килограмм. Ой, все домашние, индоводки есть. Угу. Все. Ясно. А яйца продаете? Да, да. Почем у вас? 70 рублей, домашние яйца. Домашние яйца 70 рублей. Ну и в целом цены везде у всех одинаковые, поэтому так различаются, может быть, 10-20 рублей. А в основном все так оно есть. Салфетки были влажные, черешня. А разница чем объясняется? Размеры. Размеры? А вроде бы почти одинаково. Не, да? Размеры. Я думал, может, размеры. Это слаще. Нет. Сорта, размеры. Ясно, ясно, ясно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужчина меня попросил еще раз снять, прорекламировать. Да, чем вы можете похвастать? Че, я смотрю, у вас продукт. Вся шикарная, все свежее. Все местное, нам здесь очень нравится. Вас, кстати, уже люди узнают. Ну, узнают, конечно. Да, да. Клиенты наши все, где там мы были на ярмарке, все клиенты наши нашли нас. Да, все довольны клиенты. Немножко нам тут немножко места маловато. Ну, вы сейчас будете временно, расширяться, да. Туда будете, да? Это временно, да, все. Мы туда пойдем, нам хозяин там предоставит большую площадь, у нас все хорошо. Конечно, покупатели ходят молочку, мясо, рыбу. Все они будут с нами. Уже потихоньку они вот возвращаются к нам, да. И мясники, вот, и молочка, и там. В общем, мы очень довольны. Мы довольны. Ясно. Да? Ну, удачной вам торговли.
Спасибо большое Игорю Дмитриевичу, что он нас принял, что он нас понял, скажем так, нашу ситуацию. Большое ему спасибо. Мы его не подведем. Да, мы не подведем его. Будем работать, мы не подведем. Мы там не подводили свое начальство. Только к нам отнеслись это. Да. Ну, вот такая тут рабочая обстановка. Я пошел делать свои покупки. Так, мне, пожалуйста, клубники, лоточек. Хорошо. Так, вам по 110 рублей. Угу. На 105 рублей. Дальше. Ну ладно, черешни пока не буду. Помидорок. Сколько вам? У меня есть вот такие вот помельче по 70 рублей. Но помидор шикарный. Помидор шикарный. Ну давайте, да. Ну, с полкилограмма. С полкилограмма. Угу. Попробуйте, придете, скажете. Хорошо. И огурчиков. Хорошо. Огурчиков, ну тоже. Полкилограмма. Так, на 105 было. Угу. Так. 105, это вам по 70, на 40 рублей ровно. 40 рублей. Вам по 50 огурцы, ага. Чтоб знали, 55 цена. Укроп, так, лучок. 29. И лучок. Так, 29 и... 25. 199 за все. Так, сколько всего? 199. Все, 200 рублей. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приходите на фермерский торговый комплекс, который так называется, делайте покупки. Доехать сюда можно, в общем-то... На девятке 126, ой, 135. Девятка, 135, 128. Все они останавливаются буквально вот здесь вот, рядом. Всего доброго, до следующих встреч. Ну вот, я пришел, и Маша завтракает. Сейчас будет есть клубнику. Надо ее, правда, помыть. Я попробовал вар ту тайт.